Этот ароматный и пикантный соус универсален. Он идеально подходит к рыбе, к мясу, к макаронам или рису, в нем отлично маринуется мясо. А готовится соус тирей за считанные минуты. Проверим. Из-за быстроты приготовления и легкости соус тирей станет одним из ваших любимых соусов. Но и на вкус он незабываемый. Пикантный, ароматный, насыщенный, идеально подходит не только к мясу. Ваши блюда заиграют новыми вкусами с соусом тирей. Скорее читаем рецепт и записываем его в свои кулинарные блокноты. Пригодится. 1. Смешиваем кориандр с красным перцем и черным. 1. Смешиваем кориандр с красным перцем и черным. 3. Добавляем сахар, уксусную эссенцию и соевый соус. 4. Хорошо все перемешиваем, даем настояться около часа.